Помоги, Ваня. Ну, это да. У Razer есть плавать за 12 батарей. То есть, это нормально. Xbox Elite Controller 15 стоит. Если никого не смущает Playru, можно на 8500 там дотащить. Но там доставка совсем... Слушай, Playru, конечно, смущает, смотрите, но смотрите, слишком дешевле играют. Стоит, чем везде. Там много чего слишком дешевле стоит. Очень смешанные чувства по поводу Playru, на самом деле. Я вот себе робота-пылесоса купил на Playru за 12, а так он стоит 18. И с ним все в порядке? Да, типа, вот да, и работает. Горит, телепорт не слышу. Потише, пожалуйста, гадаю. Вообще телепорт не слышал, реально. Все, смотрим, смотрим. Вообще идеальная позиция была бы, если здесь будет плоско, у тебя камеру ставишь, короче. А хотя бы можно все поставить. Уже я первый тогда узнал, что это плоско. Я же, знаешь, я всегда думал, я говорю, да нет, и что там такая же не была, я помню, на этой арене была эта голова. Ну, конечно, прикольно. Потом ты мне сказал, что ты прям упал просто. А, ну надо я в другом. Да, я просто потом вдруг это совпадение. Он очень похож. А вы не хотите тоже, может быть, вас туда интегрировать? Мафиоза, нет? Нет, нет, там думаем, это тоже похер. Ну, это же его как-то. Найтбург. Ну что, в принципе, что, палитру раскрасил и, ну, прикольно, конечно. Пока бы, когда у тебя, ну, например, у тебя основной персонаж это ноутбук, допустим. Хорошо. У тебя он в бежевых штанах. Да, пусть. А пикабал в белых штанах, да? Не, знаешь, что я делал? Есть много всяких разных моментов, например, Rock'n'Roll Racing. Ты видел эту переделанную версию? Там чуть ли не москвич. Новые трассы, там новые эти. И тачек куча, и все разное. Там даже количество машин меняется. Да, есть москвич, сверху один москвич. Rock'n'Roll Racing. Там это патч, кстати. Да, я говорю, хашит и ром. Там не москвич, там УАЗ. Ну, сосори, ну рядышком, давай. Я смог исчезает, давайте почистим. Он еще и пахнет. Надо еще эфир добавить. Стрелу пуляй. Не. Давай. Хорош. Ой-ой-ой. Ну, второй топорик. Ой-ой-ой. Давай, сосори, давай. Одну взял уже не сухую. Когда робот исчезает, прошу всех молчать, потому что это очень важно. Там каждый прыжок, он очень тихий, где он приземляется. Я вообще тебя просто не слышу. Это чип офлайновый, надо понимать. Давайте просто помолчим сейчас, и все, я думаю. И нет разницы. Страйкер родится. Задрочил. Я
раньше. Хорош! Прям читает, читает игру. Красава! Че, Кунлау, да? Кунлау вот это был? Нет, нет. Здесь все знают, как Снимай, снимай, снимай это быстрее. Тима снимает. Снимай быстрее.